Несмотря на то, что в Республике Беларусь количество киберпреступлений временами то снижается, то увеличивается, проблема все равно остается актуальной. Мошенники придумывают все новые схемы обмана, но и не брезгуют уже всем известными. Причем им не важно, кого оставить без средств к существованию: многодетную мать, ветерана или одинокого пенсионера. В последнее время киберпреступники атакуют даже, казалось бы, продвинутых молодых людей. Именно по такому поводу и прошел диалог с участием сотрудников правоохранительных органов, представителей банков и почты города. В ходе встречи была обозначена обеспокоенность правоохранителей увеличением на протяжении последних лет количества хищений денежных средств с карт счетов граждан с использованием реквизитов банковских платежных карт и сеансовых паролей. Также актуальной проблемой является тенденция совершения мошенничеств посредством обмана граждан с целью оформления последними кредитов в различных банках. Ситуация в настоящий момент характеризуется, в общем-то, некоторым негативным направлением, в связи с чем рост преступности кибер именно он наблюдался на протяжении примерно лет 6, каждый год в 2 раза. Вот. Нам удалось добиться положительного результата только по итогам 2021 и 2022 года, когда фиксировалось ее снижение порядка 30%. К сожалению, уже по итогам 3 месяцев этого года мы наблюдаем ее рост, и преступлений совершено в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 20%. У нас на территории области ведется достаточно обширный комплекс подобного рода профилактических мероприятий, в том числе с сотрудниками банковских учреждений. В прошлом, позапрошлом году были позитивные примеры того, когда сотрудники банков замечали людей, которые вели себя неадекватно, и уточняли ситуацию, в связи с которой им потребовался кредит. Потом выяснялось, что да, люди находились под влиянием других людей. Сбор денег на лечение пострадавших в ДТП, оформление кредитов, покупка в интернете того или иного продукта. Как отметил один из спикеров Андрей Христюк, список заманчивых услуг огромен. И каждый думает, обмануть мошенники могут кого угодно, но только не меня. К сожалению, так это не работает. Все так же слабым звеном в системах защиты остается человек. Чаще всего это клиенты банков и почты. А все потому, что мошенники зачастую создают фальшивые сайты, а также аккаунты в социальных сетях. Через них они узнают личные данные клиентов и похищают деньги. Именно потому сегодня совместное взаимодействие сотрудников банков, почты и представителей правоохранительных органов как никогда актуально, важно и нужно. Сегодняшний форум, который организован совместно банковским сообществом и правоохранительными органами, он играет важное значение, является одним из основных инструментов именно в борьбе с киберпреступностью. Это понятие ворвалось в нашу жизнь, оно негативное, и мы совместными усилиями должны этому противостоять. Лучше, на мой взгляд, встретиться и очно обсудить некоторые вопросы, которые у нас уже возникли в ходе реализации предыдущих проектов, и наметить пути по обеспечению безопасности наших граждан, безопасности проведения банковских операций. И вот этот форум, он нацелен именно на то, чтобы мы выработали те пути, которые будем совместно воплощать в жизнь. На сегодняшний день кибербезопасность нашего населения – эта тема очень актуальна. К сожалению, несмотря на всю ту информацию, которая есть и в СМИ, и у банка в работе, наше население не до конца осознает, скажем так, степень ответственности, связываясь с мошенниками по телефону и так далее. Поэтому основная цель сегодняшней диалоговой площадки – это достучаться до каждого человека с информацией о том, что сотрудники банка, как и сотрудники органов внутренних дел, никогда не звонят по мессенджерам, будь то Viber, WhatsApp и другие социальные сети. Сотрудники банка никогда по телефонам не уточняют личную информацию, потому что эта вся информация есть в банке. Сотрудники банка и правоохранительных органов еще раз напоминают, проводя какие-либо действия с денежными средствами, нужно соблюдать повышенную осторожность, не быть доверчивыми и не стоит вести диалог с незнакомыми людьми в сетях. А в случае уже произошедшего правонарушения в первую очередь обращайтесь за помощью к правоохранителям.